Да, глушители на заправке. У меня у ангара Путин бегает еще. Ты в огне опасно, да? Да, выхожу с малого пролома. Тает сидит. Убил. Ты с чем таким? Пал. Справа заход, синий забор, он сидел. Убил второго. Подскажу, где тип сидел, удал. С теплаком? Плаком. 60 уровень, хера ты. Миллионер, что ли, бля? Иди, идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье! Я тут, в принципе, закрыт. Я камни занял. Ёб твою мать, две стиральные машины у типа. Чат, дорого эта херня стоит? Посмотрите, пожалуйста, кто знает. Я на внешке смотрю, чтобы не перепрыгнул. Может быть уже. Блять, бот меня спалил, сука. Этот все еще под треугольниками. Он в... под треугольником, я убил. Ага, хорошо. Остался тот со старым или что-то такое. Да-да-да. Короче, и брони у меня осталось. Дам хае под малую. И под заглушение буду подходить от плаката. Зашел. У кармана, в кусту. Вижу. Убил. Хорошо. Там птица маска лицо была у кого-нибудь? Я не видел. Я просто силуэты узрел, которые по мне стреляли. Я на малый проверяю. Малое чисто. Смотрю здесь. Это. Птица маска лицо, вот есть один. Есть? Все, вот я его видел в этом медичке. Это же карта была, да? Угу. Ты до сих пор там где-то? На лестницу. Бел. Оружие пострелял по нему, убил двоих, да? Вроде да. Я сейчас так прикольно дамаг за стеной получил, ты бы видел. Хорошо, что он с говной. Беги на ГС, перехватывай типов. Сейчас я догоню. Где-то?
А, идет. От старой справа за вагончиком. Блять. Не попал. Сейчас по долу побежит. Хорошо. Один дошел. Видел я одного. Я слева от железки. Вдоль железки. Смотри, буду чекать. Я второй этаж проверю. Блять, я нашел этот страйкбольный магазин. Что? Страйкбольный магазин. Ёб твою мать. Ну, страйкбольный магазин. Они его добавили, что ли? Они его добавили тогда, типа, на 1 апреля. Все такие поржали, типа, а, страйкбольный магазин. Блять, вот он. А они что, не убрали его, что ли? Я смотрю, у меня какой-то неизученный типа магазин, ну, типа, стандартный макпуловский на М-ку. А это страйкбольный, блять. Зачем он заряжается? Он обычными этими заряжается? Или типа надо шарики специальные? Ну да, надо шарики специальные. Блять. Апрель или август в том году. У меня было в Таркове. Машинка по тебе? Убил. Я думал, ты сзади там по металлу шутишь. Капец. Не, это третий уровень, чел. Охренеть. Труп у меня оторвал. Я иду спокойно, слышу металл, думаю, шайтан из задней идет. Третий этаж открыт и первый этаж открыт. Второй, смотрю. У Меченки. Есть гранат прокинут? Да, я по-моему ему хэд дал, не уверен. Не-не-не, живой. Если подождешь, я могу его шлепнуть. Ему гранаты плевать, он просто стоит в выходе на крышу. Короче, жди. Он там орет в микрофон, типа сдох, слышал? Ага. Кривляется, блять. Сейчас ожидай. А он все еще там, выходи на крышу? Нет, он куда-то здесь сместился. Куда он сместился, бля? Где-то там же здесь. Убил. Он просто присел, и его не было видно. Че? Он лег. В смысле, я же убил его. А, теперь убил. Ну, я имел в виду, он лег, в плане лежал в этом, в коридоре. По-моему. А, окей. Только чел поднялся. Сильно пробил? Нет. Ладно, пойдем. Вот ты один справа, он бежит. Еще один лежит. Это он и есть, наверное. А там двое. Там двое еще лежат. В смысле, двое? Ну вот же еще один. А? Линч. Взорвал сам себя гранатой. Хорош. А ты хорошо придумал, чел. Он, наверное, всех собрал. Вот Мурка лежит, по-моему, кстати. Или Мосинка. Да, вот Мурка лежит. А, ну вот бери. Вот здесь вся карта полегла. А хоть один был какой-то намек нам? Взрыв там может быть, не? А ее прям надо к этому положить? Ну, к заборчику клади ее. Сейчас попробую перепрыгнуть. Просто беги на шифте, вот на меня прыгай. А, ну так тоже пойдет. Я там, видимо, был просто в сумке. Да.
Нет, не он. Там почти один внутри. Уверен? По-моему, да. Это американская или баг? Американская. Понял. Что-то миллиарды лет взорвалось. Да? Не ошибся. Стоял, да? Сидел прям на выходе. Вот улачи и трупер. Понятно. Силачи. Россия, выдумщик. Что там у тебя? Да. Так, 103-й. Ну, 103-й. Мне неохота его тащить. Просто, наверное, его сейчас разрядим полностью. Чеки, магазины, БПСки. Угу. О, ходит по металлу. Слышите? Блять, ничего не услышал сейчас вот. Из-за того, что бот там орал, блять. Где он там, блять? Кибитки в этой, что ли, сидит? Понял. Не, я хз чат. Был четкий звук, что кто-то лежал и встал. А, вот он здесь его лутал. Он тут его полутал. И куда делся? И сел, сука, в кусты беззвучно. Ага, так и запишем. Ну, чел тут явно не крысил 40 уровень. Точно не, точно не крысил. Просто, ну, выполнял квест. Хилился. Что там еще? Чем там еще люди занимаются обычно? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.